В Нарьян-Маре впервые прошла рождественская ярмарка. Несмотря на погоду минус 30 градусов, на площади Марад Сей свои дары представили 11 участников ярмарки. Они приехали из разных уголков Ненецкого округа. Это производители сельскохозяйственной продукции, организации народно-художественного промысла. Лилия Тайбарей, например, из Красного. На ярмарке бизнесвумен из национального поселка представила излюбленные северянами бурки. Теплые, легкие, я думаю, даже полезны для ног. В них легко, тепло, ноги дышат. И потом здесь натуральная выделка, то есть нет химии никакой. Это, во-первых. Во-вторых, это еще красиво. Пошив такой дорогостоящей обуви – вещь сугубо индивидуальная. Лилия благодаря ярмарке набрала много заказов на их изготовление. Но представленные на продажу бурки так и не разобрали. А вот в соседней палатке продукция разлетается только в путь. Еще бы, тут продается выпечка, в том числе и козули. Эта рождественская северная традиция идет издавна. Козули – разновидность пряников. Делали их в форме коз, отсюда и название. Делают, если оленята, елочки, шишечки, это все козюли называется. Это такой северный, сладкий сувенир. И только на севере их, в принципе, здесь делают. Архангельская, особенно области, Ненецком автономном округе. Бегут всей семьей, вот они политые разноцветными штуками. Это вот настоящий рождественский, единственный здесь такой вот товар, можно сказать, местный. Что только не увидишь на рождественской ярмарке. Пирожки и торты, мясная и молочная продукция, рыба и птица, сладости, волокуши и теплая одежда, косметика и даже украшения ручной работы. Разбирают, даже сувенирную продукцию увозят в Питер, в Москву, во все регионы России. Как считаете, вот такие ярмарки нашему городу нужны? Да, во-первых, мы каждому празднику здесь торгуем, этнокультурный центр. И, во-первых, это подарок ручной работы и заработок мастерам. Это обязательно надо делать. И под более такой красочной вывеской, я думаю, что... Проводить такое массовое народное гуляние на Рождество – традиция старая как мир. Но вот в окружную столицу добралась только сейчас. Идея провести ярмарку на Рождество пришла после удачного проведения аналогичной торговли в Пасху. И тогда, и сейчас организации и проведением занимались в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК совместно с городскими властями. По словам вице-губернатора Олега Белока, такая торговля – весомая помощь предпринимателям и сельхозпроизводителям. Для нас самих было несколько неожиданностей, что вот несмотря на такой лютый мороз, когда, как и жалуются некоторые предприниматели, отказывают калькуляторы, да, вот столько людей, то есть я примерно оцениваю, что здесь проход будет более 1000 человек, более 30 предпринимателей, совершенно разный ассортимент продукции. Для нас этот, скажем так, первый раз, но это далеко, конечно, не ком, да, то есть я считаю, что... На протяжении столь длительных праздников очень хорошо иметь такое светлое окно, когда можно прийти тем, кто постовал, разговеться. Кто не постовал, тем не менее, все равно как-то отпраздновать этот праздник. Рождественская ярмарка не столько место, где можно что-то купить, сколько развлекательное мероприятие, куда с удовольствием идут и дети, и взрослые. Сердце города Марад Сей сегодня больше напоминает сказочную торговую площадь. Огромные потоки людей, музыка и танцы, хорошее настроение. Алина Волчейская, Александр Дуркин, Вадим Стасюк и Антон Водряков. Телеканал Север.